Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Дабстоп, и я не знаю, будет у нас что-то после 12-го пака. А нет, last pack. Может, я проиграю? Нет. No pity for me? Still gonna be bad? Нету плохих, что-то там. So, так. Anything, Октябрь. Let's start by setting up a Christmas tree. Yeah. Да. Новогодние. Тихо. Все? Yeah, sorry, it's already да, прости. Что так? And wash your hands, or cursive. Meat, cheese. Сначала нужно мясо, сыр. После томаты, лоток. Подожди, посередине pickles. Огурчики. Да? Не, лоток последний. Так. Что же за новый технолог? Ты хочешь меня убить? В общем, нет. In the park got his balloon stuck in a tree. Hey, catch it! It's getting away! Just don't do this. Я не... А что я неправильно сделал? Я же... People are very angry. You know нужно было без огурцов, что ли? Yeah, I challenge you. Because you don't need a steering wheel controller for this puzzle. Wow, you crossed so many lines. I wonder if you suck at coloring books too. Even children could do it, for God's sake. No, not parking lines. Пожалуйста, не паркуйся на линии. Here's a puzzle to match clothes, and none of your oh, but this is a classic red and blue. I'm pretty sure they don't match. But what about your set bonus? Now you look like a clown. Почему? Я не выгляжу как клоун. And as your last text, о, я знаю, что нужно сделать. Come up with a secure and reliable password. Go. Seriously? How old are you? Откуда ты узнал? В смысле, я просто написал сиськи. Упс. А, то есть так. Christmas is coming. Рождество уже пришло. А есть вариант? Опа. Сейчас мы можем ввести пароль 4-0. Как вариант. А, вот где он говорит из этих. Без огурцов. Без pickles, без pickles. Так, так. Готово. Ты на самом деле думаешь, что это смешно? Ха. Смешно это. Что там положить? Ага, все. Нет. Я тупанул. Remember that puzzle about not stepping on the cracks? Well, боже, как я туплю, боже. Ой, блядь. Помните, как я туплю? Yeah, sorry, it's already decorated. Мне нужно было шарик просто вверх, а я его спас.
Просто думаешь, что мне из этого делать? Можешь вот так просто положить. Просто так положить вместе со всем, да и все. Интересно, есть имеется типа разница, что первым ложить? Да, 5 секунд, невозможно, невероятно. Да, я понял шутку. Это весело. Подожди. Ты выполнил ошибку. Боже. Подожди. Ты что, хочешь стать супергероем? You ugly, sorry. Close your eyes and think about your credit card's PIN number really hard. What are you, stupid? No! 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 Почему? Давай единица. I can brute force it by repeatedly smashing my head on the keyboard. That's how insecure your password is. Активирован. Все. И бам. Нет. Game over, даб, game over. Все нужно на хорошую выполнить. Ладно. Wait, don't touch it yet. It's too soon. Oh, duck. Утка, прекрати рушить мои иллюзии, что-то там. Причем плохо я сделал. Я не понимаю, почему это сейчас было плохо. Я не понял. Почему? Октябрь, ноябрь. Я был... Какая разница? Я елку уже поставил. Я елку поставил. Ноябрь. Давай в декабре. Я не знаю, мы ставим рано елку. Ну, ладно, в ноябре где-то ближе. Или нет. Я не помню, когда мы елку поставили. Ты хуре, ты дергаться. Да, это невозможно. Это был сарказм. Make me a sandwich. No pickles. Хорошо. No pickles. Теперь делаем хороший гамбургер. Нет, нет. Ай, черт. Опа. Ты научился готовить в видеоигре. Do some math. Well, I don't even know how to comment here. У меня просто нет комментариев для тебя. Спасибо, я думаю. Be glad you don't need a steering wheel controller for this puzzle. Remember this lesson, and your car won't get keyed so often. Так, готово. Хорошо. Here's a puzzle to match clothes, and none of your... Oh, but this is a classic red and blue ensemble stuff. In my world, they don't match. Говоришь, синие.
более хороший. Посмотри на себя, Dress Up Games. Нет, нет. Я не смотрю, не-не-не. Это мой любимый... Кот! Блин, там была шутка, получается, когда он говорил, а я просто наугад бупс вёл, типа, шутки. Ты сделал все правильно в последний момент. Ты прошел 93% и 6%. Ты должен что-то там вернуться и исправить все. Нет, нет, стоять. А как мне вы мне предлагаете выполнить те предыдущие? Где у нас вообще еще, блин? Не выполнено. Мне здесь как-то нужно выполнить. Я не знаю как. Finish the jigsaw puzzle to unlock this. Чтобы разблокировать это. А, может имеется в виду, мне нужно открыть все вот эти неизвестные. Погнали. Вот, допустим. Best results so far. Allowed responsible. Пошатит. Win. Так, technical win. Just get down on your letter. Это получается у нас 3. 4. 4 пака еще не выполненных полностью. Best. This lazy we tell you. Мне нужно, короче, одну хорошо выполнить. Да? Хорошо, плюсик. Мне нужно отличную оценку получить. Может, там в определенный промежуток времени нужно отправлять. Но замечу, что он почему-то ничего не комментирует. Без плюсом. Лаба. Мне нужно на хороший выполнить. Значит, возвращаемся. Так, next. Ведерко. Давайте вот так где-то между промежутками. Хорошо. Отлично. Смотрим теперь. Б с плюсом. Может, типа, проверяйте 5 дней. Но я тогда отправил первым днем, но у меня что-то все равно 4 поставили. Давайте тогда сразу сначала рисовать. Давайте вот так попробуем. Может, мне нужна черная ручка, а не синяя. С плюсом. Ладно, давайте попробуем черной ручкой. Только мне нужно вернуться к тесту.
Так. Я ручку вернул, стоять. Стоять, парень. Мне нужна эта ручка. Так, поехали. Попробуем теперь черные написать. Проверяем. Все равно. Homework. Do until Friday. Не знаю. Я не знаю. Не знаю, не знаю. Есть еще один вариант. Давай попробуем его. Мы можем попробовать так ответить, написать, так сказать, именно в пятницу. Stop delaying. Оценку какой получаю? Ну, B с минусом, блин, я не знаю. I know what me didn't. What you haven't to me is now please. What me didn't. I somehow think this was a bad idea. Ну, заметьте, он все-таки остался, и он с нами разговаривает. Ладно, будем пытаться на плохую. Better play video games, right? Так, хорошо. Возвращаемся. А я ключи-то не взял. Так. No, stop it. It's a memory. Это воспоминание. Да-да-да, воспоминание. Какие ненужные воспоминания. Как мне выполнить на 100%? Ручка здесь не оставай. О, тихо. А вот теперь она решила остаться. Найс. Найс, найс, найс. Найс. Я о том же. I pity everyone walking behind you. То есть тогда ты решил ее не сувать. Ручки нет, прости. I see you like scratches on your phone. Да, мне нравится поцарапанный телефон. Наконец мы выполнили на все. Пэм. А нет, не на все. Выглядит хорошо. Так, последняя коробка. С тебя как? Ritz, nice man. Так, мы выполнили... Ой. Ништяк.
picking your nose and put the damn tree in the box. Мне нужно все на плохой, да, выполнить ведь. Только я не понял, как с мелочь. Типа, может мне не доставать ее, не шердить, а поискать сразу денежку? You know what time it is? It's time for a drill puzzle. Попытаемся так, ладно. What? You'll pay for what you did, and it's gonna cost you 7 money. Я хочу вот достать купюру. Here is a hint. Shake. And no, not milkshakes. Stop thinking about food. Как? Блядь. Вот купюра, я ее вижу. Я ее вытащить не могу. Вот, приятель, на, купюра. Вот, зелененькая, ну. Как мне тебя схватить, блядь? Ух. Карта, ничего не высовывается. Приятель, все, больше нету. Oh, even more. Вот еще. А, вот еще. Нет, у меня мелочи. Нет, у меня мелочи. Как вы... Нету у меня. Так, вот, вот эту зеленую. Ладно, если я упаковку бы держал, но как мне зеленую вытащить? Я не знаю, как мне нужно шердить, чтобы это выполнить. Oh yeah, I know this game. It's the collect coins from the table. There's also a game called the waitress was eating the food. На стол. At least don't ruin this one. Бум. God, this player. What? Have you tried being good? I mean, it's just a suggestion. A mandatory one. Is someone forcing you to do this? Blink twice if yes. Может, мне нужно белую было всунуть? Please don't lick the knife. No, stop it! Нет, я не остановлюсь. Мы получили пас еще одну херовую концовку. There are usually more shapes, but I simplified this. And back. Enough! Я не прекращу это делать. И еще один плохой кубок. Так, Night Mouse on Sweet Street. Так, she walking into the room of the he has the strange visual of knife in shoots and horror looking in the head down. Мне нужно, короче. Let's see for how long you will extend your Christmas. Короче, понял. That went better than expected. Это легко будет. Now focus. It may look hard, but all you need is... Короче, мне там говорят, что нужно это... ножик втыкнуть в стол, либо типа того. This is my favorite level. This in the credit screen. Это мой любимый уровень. Монетка, 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 монетка. Solve this good, and I'll show you my code bloopers. Now you can tell your mama you did some sports today, even if it wasn't e-sports. Да, типа спорт не спорт. As my grandpa always said, get off my lawn.
I see you are not self-ish, more like they-ish. Shut up. Так, а теперь мне нужен нож. And you'll hear the funniest joke. Take a knife and stick it into the jar. Мне нужно нож втыкнуть. Now spread it gently. Up and down. Up and down. Не понял. Как мне втыкнуть ножик? Ooh, tasty. You done there? Now throw away that empty jar. Ну, было сказано ножик втыкнуть. Пол. Что-то связано с ножом. Типа он не втыкивается, ничего такого. Я забаговал уровень. Найс. Что у нас там в мусорке? Класс. Ну, короче, ребят, вы поняли, что это у нас конец серии. Я забаговал уровень, я не знаю, что делать. Я не понимать. Не осознаю я, что делать. Не хочет он втыкиваться, не знаю, какая там кровь. Короче, как-то... Да, вот так. Не хотят нам давать финальный кубок. Игра окончена. Нам нужно на 100% выиграть. Ну вот, типа, смотрите. Нам нужно в комнате что-то-то там. Нож. Выглядит как в хорроре. Короче, в End Horror. Тыкнуть ножик. Night. Ночь. Он свит. Не знаю. Это связано с оценкой у нас. Wasted. Это я тоже не понял никак. Давайте еще вот это попытаемся выполнить. Давайте. И будем заканчивать. И это будет последняя серия, да, и где-то там внизу. Да, я что-то об этом не подумал. Опа. Что я там где-то внизу, нахожусь там где-то. Спрятался. Все. Не, наоборот. Вот так. I bet in real life your mama would beat your ass at this point. You know that famous quote, if you did bad but enjoyed it, it as my grandpa always said. You're goddamn right.
Я хочу просто молча сделать все это. Perfect. Потому что... Я не знаю, пойти должно было сработать. Here are some pics of one of my favorite cups. Don't go into the second hour. Come on, man. I allowed only those three. Я вторгаюсь в твою личную жизнь. Дальше. Let's see how you behave in a shop. Your task is to buy it. Well, I don't even know how to comment here. Thanks, I guess. Здесь быстрее лучше так сделать. Потому что тогда мобильник позвонит, он начнет комментировать, это нахер ты нужно. И нет, нам ничего не дали. Ладно, я думаю, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.